Всем привет! Здравствуйте! С вами The Station, опять back. Сегодня о том, кто являлся основоположником Инквизиции в Вархаммере 40 тысяч. Опять же, тот ролик, который проспонсировали наши зрители стримов, за что им большое спасибо. И да, тема выпуска. Мы про Малкадора Сигелита. Малкадора Сигелита. Сигелайта. Ну, да. В общем, ну, мы будем называть его Сигелит, как вот переводят в основном во всех статьях. Вот да. Будет Сигелит. Хотите, называйте так. Человек и танк. Да. Человек и пароход, человек и танк. Есть такой танк Малкадор, опять же, во вселенной Вархаммер 40 тысяч. Но мы, конечно же, о человеке. Причем самое интересное, что он появился раньше, чем стала известна личность Сигелита широко. Ну, видимо, он взял себе псевдоним. Но, тем не менее, кто же это такой? Зловещая фигура в рясе, без всяких улучшений, ни Space Marine, и не, естественно, не примарх, а просто старикан. Да, старикан. Ну, нет, псайкер. Он очень сильный псайкер, ходит в рясе обычного клерка-администратума, ничем из себя не выделяется. Ну, кроме того, что он сигелит. Сигелит – это носящий сигил, то бишь печать. Печать. У него есть печать. Печать, похожая на символ Инквизиции. Вернее, это его личная печать. Это его печать, которая стала потом символом Инквизиции. Буква И, которая с тремя черточками. Будущее инсигния. Да, ну, да. Опять же, не будем забегать вперед. Откуда он взялся, вообще, нет, парень? Вообще, да, а кто знает, откуда он взялся? Он неизвестно, откуда взялся. Ну, он ходил с императором. Сподвижник, один из первых сподвижников императора. Да, причем он уже старый, а император вечно молодой. Ну, сколько-то там ему. Ну, как старый, он тоже до какого-то момента. Но ему уже тысячи и тысячи лет. Ну, да, он очень долгоживущий, но он стареет, а император не стареет. Вот в чем дело. Теорий насчет того, кто он такой, очень много. Одна из них, когда еще императора считали не смертным сыном, а некой сущностью псайкеров-шаманов, слившихся вместе воедино, считалось, что это вот один из тех самых псайкеров, который по какой-то причине не слился. В сущность императора остался, поэтому они вместе с императором ходят. Лично я в какой-то момент даже подумал, а может быть это его отец? Нет, ну серьезно, а почему нет? Люк, я твой отец, но вот они ходят. В смысле, типа, император так... отец Сигелита? Нет, Сигелит отец императора, поэтому он старше него и такой, и во всем ему помогает. Кругом там за ним бдит, там какашки подтирает. Оби-Ван такой. Да. Но, к сожалению, видишь, фишка в том, что отец императора 100% мертв. В этом это было описано. А может быть, это его приемный? В книжке, соответственно. Вот реально Оби-Ван Кеноби, да. Который... Ну, родной отец императора мертв, его убил собственный брат этого отца императора, дядя. Ну, вот, это описано в книжке «Повелитель человечества». А вообще считается, что Малкадор – это первый псайкер, ну, не вообще на Земле, это и первый псайкер, который подвергся ритуалу связывания душ, который проходит астропаты как раз. Да. Глаза ему не выжгло, как ни странно, видимо, тогда технология была другая. Вот. Он подвергся ритуалу связывания душ с императором, и у него теперь, благословен бессмертием императора, частичкой божественного света. Так вот, может быть, опять же, тут мы скатываемся к Васиной дичи, да, что, может быть, да, так как он его приемный отец, и у них была, ну, такая вот связь, как бы, отца с сыном, поэтому они и, ну, крепко связаны и психически связаны. Ну, и долголетие, опять же. Да, все хорошо получилось, да, у них там нормально. Ну, давай предположим, что он какой-нибудь его родственник дальний. Ну, не родственник, нет, не обязательно родственник. Какой-нибудь мощный псайкер, который приютил вот парнишку и, в общем-то, этот у него на глазах вырос, вот такую фигуру. Потому что потому, как они себя ведут, как они, значит, там общаются, насколько уважительно император к нему внезапно относится, можно такое вполне допустить, почему нет? Ну, в общем, был сподвижником императора в эпоху завоевания Терры, когда объединительные войны на Терре отгремели, он был подле императора. Император его назначил своим советником и управляющим. И управляющим императорским вот этим всем дворцом, ну, по сути. Помимо прочего, Сигелит – это регент Терры. Ну, уже когда император взошел на Золотой трон в первый раз еще живым, после того, как закончил дела в крестовом походе, отдал Хорусу бразды правления в галактике, он пошел заниматься своими тайными делами в паутине, а Сигелита назначил регентом, управляющим, говорит, следи за порядком. Да, вот Хорус есть... главный военный и полководец моих армий, а ты следи за порядком. То есть регент это же не просто там какой-то управляющий, это действительно исполняющий обязанности царя. Вот. Император пошел заниматься своими делами, вместо него царствует Сигелит, управляет правительством, раздает... Первый визирь. Да, первый визирь. Ну и также регенты в отсутствии императоров,
как мы знаем по истории Японии, или царей уж как хотите, да, по истории Японии наместники, они исполняли вполне себе роли главенствующих правителей, пока не будет новая династия, либо пока новый император не подрастет достаточно, либо еще что-то, они вполне себе полноправно правили. Поэтому Сигелит был правителем, собственно говоря, империума в отсутствие императора. Ну его, кстати, довольно-таки все уважали. Как человек, во-первых, он был не просто чувак такой, я бюрократ и, ну, типа, заместитель царя. Он, во-первых, ученый, мудрец, да, то есть он имел богатые познания во всех сферах человеческой культуры и прочего. Мудрец, ученый, да, разбирался в науках. Там он еще большой любитель сохранения человеческой истории, потому что одна из как раз книжек, аудиодрама, которая так называется «Сигелит», вот у нас обложечка от нее на экране, здесь будет, наверное, большая картинка. Она как раз и рассказывает о том, как Сигелиту специально по его приказу из Египта, то есть из Египта, выкрали не что иное, как розетский камень. Такой артефакт древности, где на древнеегипетском языке иероглифов написан текст некий. Знаешь, ну, камень не столь удивителен, как Мона Лиза и подсолнухи. Это он тоже большой любитель разных артефактов древности. Причем за 30 тысяч лет они не сгнили, понимаете? Они в стазисе у него. Это у него, а во времена, там, не знаю, кровавой вот этой вот бойни 10 тысяч, там, ну, как-то вот они не сгнили. Но, тем не менее, у Сигелита они есть. Он их посадил в стазис, подсолнухи Ван Гога и Мону Лизу, значит. Вот. Чем еще знаменит, помимо того, что собирал разные предметы искусства? Он главный в Совете Терры. Всяких лордов Терры он возглавлял этот совет. И при всем при этом еще являлся первым в Совете Официо Ассасинорум. Первым там главным самым. Да-да-да, он же, опять же, по слухам, эту организацию организовал. Да, эту организацию и в том виде, в котором мы ее знаем, создал. Опять же, в книжке Немезида есть к этому прямые отсылки, как вообще все происходит и как Официо Ассасинорум в 30-м тысячелетии, соответственно, функционировали. Там есть про это как раз очень много. Ну, в общем, на самом деле, то, как выглядит империум, скажем так, в современности, в 40-ка, во многом стоит благодарить Сигелита. Да. Он заложил очень много вот этих вот элементов. Там ассасинорум, инквизицию и прочие, всякие разные штуки. Ну, наверное, стоит отметить, что не так уж он был мирный, простой и добрый такой человек, дедун такой, который все, значит, все его уважали и все хорошо. С Дорном у него были отношения натянутые. Ну, вообще, примархи его не очень любили. Да. Потому что они, ну, типа, знаешь, там была такая вот больше история, что они, а мы хотим с императором поговорить. Он говорит, нет, извините, император занят, не может вас принять. Разговаривайте со мной, я то же самое. Говорит, нет, я хочу с отцом поговорить. Он говорит, нет, нельзя. И поэтому примархи вообще к нему настороженно довольно относились. Да. Ну, так с Дорном у них даже была безмолвная война. Ну, есть такое понятие, да. Да. Они не то чтобы они воевали друг друга, нет. На приемах везде официально все друг другу кланялись, все друг друга приветствовали. Рыцари плаща и кинжал. Да-да-да. Но за кулисами друг друга недолюбливали. То есть тут такие какие-то интриги и все такое прочее. Вот. И надо сказать, что Сигелит не особо доверял примархам. То есть он видел, что ага, вот этот может быть там предателем, вот этот тот-то. Я так понимаю, тут видишь, что он как раз участвовал в их создании. Он знал природу, естественно, он был в курсе дел императора, он знал их природу и вообще, что они такое, что это искусственно выведенные все со своими особенностями, да, заложенными императором существа. Что это продукт инженерии. Клоны такие. Да, 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 что это какой-то продукт. Это не просто там дети его иные, напиленные, нет. Это специально спроектированные существа для определенных задач. И он хотел, чтобы они выполняли эти свои определенные задачи. Вот. Ну, как мы уже говорили про императора, что примархи – это инструмент. Он не относился к ним как к детям. Инструмент и эксперимент. Научный. Да. Это результаты эксперимента и инструменты. То есть один – это кувалда, которая долбит, другой – это скальпель, который режет. И он их использовал вместе с их легионами именно вот в таких вот целях. Нифига подобного, что «Ой, ребята, все мои детишки, давайте обнимемся». Нет, он к ним относился так. Товарищ Хорус, ты очень крутой, ты мой вот самый лучший, давай, иди и покажи все. Опять же, Сигелит в момент как бы восстания Хоруса, когда уже случились события на Истване, когда Магнус через варп телепортировался и передал весть о предательстве, якобы все испортив императору, как ни странно. Вот, Сигелит замещал императора, и вместе с Дорном они организовывали, во-первых, защиту Терры, защиту Солнечной системы.
Ну, и он пытался тоже какими-то инструментами влиять, в частности, ассасинами, да. Например, которых отправлял убить Хоруса. Ну, видишь, у него были совершенно другие методы. То есть там, где Дорн строил крепость и говорил, что сейчас, вот, ну, он как солдат, что сейчас к нам нагрянут, значит, волны предателей, мы их тут встретим и всех поубиваем. Сигелит думал чуть дальше, а что, если мы их поубиваем там, в их логове? Причем, а на этого покушение организуем, этого еще как-то. То есть у него были другие методы. Естественно, вояке Дорну такое тоже не нравилось. Он не особо хотел в этом участвовать. Но он не использовал армию. Вообще, на самом деле, такой ГРУшник на самом деле. Вот. Ему бы лишь бы пошпионить, каких-нибудь агентов куда-нибудь отправить. Это Дорн там, а мы парадом и всех зарубим. А Сигелит, он больше такой разведчик. Ну и, собственно говоря, во-первых, он создал в момент Ереси Хоруса такую организацию, как странствующие рыцари, рыцари Малкадора, парни в сером арморе, некрашенном, которые носили на плече только его как раз знак личной инсигнии. Вот она, собственно говоря. Да, он держит в руке, у них вытравлен был на наплечнике только этот знак. Там были такие замечательные люди, как Натаниэль Гаро, Карвель Локин, те самые оставшиеся лояльными из предавших легионов ребята, ну и многие еще другие. Да и из лояльных легионов там было много, он просто собирал. Кстати, важный момент, там было очень много библиариев. Он собрал колдунов. Отменил Никейский эдикт? Да. Как, а он мог, потому что он на тот момент выражал волю императора. Да, но вот тут тоже интереснейший момент, и это тоже связано с деятельностью инквизиции и, как ни странно, радикалов. Так как императорам было запрещено использовать колдовство и псайк, Малкадор собрал не просто так, каких-то кодиций. В кодиции там был ультрамарин один. Да, он почти всех крутых самых старших крутых, библиариев. Старших библиариев орденов. Собрал вот этих странствующих рыцарей и разрешил им колдовать. Да, то есть бей врага его же оружием, как инквизиторы-радикалы. Правильно. Бьются с хаосом, с хаосом. Поэтому он напрямую нарушал законы, которые они сами же издали. Ну, типа, как цель оправдывает средства. Он такой. Блин, товарищ. Да там вообще-то закон, по законам военного времени чувак жил. Чего уж тут говорить. Да. Вот. И, соответственно, не только космодесантники, конечно, были в его организации людей. Там тоже было предостаточно. Всякие охотники за головами, бывшие сестры тишины, одна, как минимум. Ну, в общем, он... Которая действовала, не по заветам, а создавала, по сути, методы действия инквизиции. Как этот самый, как Альфа-Легион. Да. У нас есть космодесантники, у нас есть куча оперативников. Да, он создавал такую организацию противодействия, потому что куча предателей, и он хотел их искать в своих рядах, находить и предупреждать дальнейшие вот эти предательские действия. Опять же, с его, так сказать, одобрение и под его контролем была заложена крепость Серых Рыцарей, будущее на Титане. Тогда это была крепость, база, оперативная странствующих рыцарей, которые потом трансформировались в Серых Рыцарей, как мы знаем, потому что основные оставшиеся в живых как раз ребята из этой организации и стали первыми гроссмейстерами Серых Рыцарей. Первой восьмеркой они формировали вот этот вот орден Серых Рыцарей уже после, конечно же, смерти Малкадора. Соответственно, да, Серые Рыцари потом также стали использовать псайк и все прочее. У них там была куча мощных псайкеров, пси-пушки и всякую прочую фигню, потому что это все начало изучаться тогда, когда везде это было запрещено. Ну, они даже и не знали, потому что даже тот же Локин изгонял первых демонов, знаешь, там, по сути, вручную, ну, без да. вот этих вот всяких штук. Нет, вот как раз на Титане штук. Вот эта научная база Малкадорова да. была заложена для того, чтобы изучать вот эти явления, которые потом назовут демонами. Да, ну, Малкадор, к сожалению, до всего этого уже не дожил. С этим тоже связаны некоторые моменты. Сейчас мы их осветим. Расскажем, почему он умер. Еще момент ереси Хоруса. Да, но один интересный момент. Как раз таки вернемся немножко к примархам, к легионам и прочему. Вот обратите внимание на черепушки. Малкадора в троне? Малкадоровы черепушки. 2 и 11. Это номера уничтоженных легионов, вымаранных примархов, вычеркнутых, запрещенных. Явно что-то знал. Да, дед что-то знал. С самого начала существования Вархаммера, да. Эти легионы просто были вычеркнуты. Говорили, что все про них запрещено. Он же знал, что 20 примархов знал. Как бы от него нельзя было. Он, наоборот, мне кажется, и был инициатором. Почему именно эти два черепа у него в подлокотниках его трона? Не, ну это просто инкрустация. Там выбиты именно, точнее, черепа, конечно же, примархов. Но это выбиты именно знаковые понятно, числа. Понятно, знаковые числа. Но зачем да. они? Тут множество мистификаций. Пасхалочка домыслов такая. И пасхалочек, да. А что же в этом заложено? Да, как вот... Справедливо Андрей замечал, что если прибавить 2 к 11, получится 13. Куда дели всех воинов? Всех десантников. Да, всех выпиленных, значит,
космодесантников из этих легионов, их запихнули в ультрамарины, в 13-й легион. Ну, я думаю, что дед приложил к этому руку. Но, тем не менее, кстати, он не просто, между прочим, погиб в момент Ересь Хорса, умер, он героически погиб, навеки вписав свое имя в аналы героев Империума, тем не менее. Вот. Он что сделал? А, когда... Пожертвовал собой. Да, он пожертвовал собой ради Империума, то есть это точно так же показывает его... Самоотверженность. Самоотверженность, мощь и, в общем, то, что он был реально вторым лицом в Империуме. Почему? Самым крутым псайкером. Да, когда все пошло плохо, пошло наперекосяк, баржа Хоруса уже прибыла на орбиту, Сангвиний помер, Император сошелся в битве с Хорусом и был там смертельно ранен. Так вот, в те два часа, пока они там дрались и штурмовали эту баржу, Сигелит сидел на золотом троне и затыкал, значит, буквально своей задницей дырку в варп. Ну, которая... вот эта печать, портал в паутину, из которого демоны хотели вырваться. Демоны хотели вырваться, Малкадор сел на золотой трон и, значит, своей психической мощью заткнул этот портал. Но, ну, учитывая, что император это вообще делал, в принципе, ну, с приложением усилий, но справлялся хорошо. Да, он просто ничем другим не мог. Малкадора хватило ненадолго. Да, Малкадора хватило на 2 часа, и после этого его испепелило вообще. Его, когда тело стали снимать, он рассыпался в прах. Но там, видишь, там как бы такая еще тема, когда уже закончилась битва, и Дорн, поскольку он знал, что император сказал, что его нужно поместить умирающего на золотой трон, когда они пришли к золотому трону, своей последней вот психосилой, Малкадор импульс отправил в императора, чтобы дать тому жизненных сил. Типа дал ему, отдал все свои жизненные силы, чтобы усадить императора на золотой трон. Он дожил, да, до усадки. А сам рассыпался в прах. Ну, то есть его испепелили, да, не демоны, он, в общем-то, самоубил. Всю жизненную силу отдал на поддержание портала, во-первых, стабильного, а во-вторых, вот на то, чтобы императора можно было живым посадить на золотой трон. Видите, Империум оказался неблагодарным, в его честь всего лишь танчик назвали. Не совсем. Там все-таки не все так плохо. Этот порошок Малкадора, что осталось, прах собрали. И в специальном, видимо, специальной урне отправили на Титан. Там есть такое место уже, Серые рыцари им владеют теперь. Это их поля мертвых, усыпальница, и там находится усыпальница Малкадора, где это его красивая гробница, и там лежит его прах, но не только. Там лежит шкатулка, да, в которой коробочка. Написано «Последний указ императора». Написан, говорит, открыть, когда полная жопа в Империи, когда все будет плохо. Никто не знает, что там написано. Какой-то последний приказ грандмастеру Серых рыцарей. Вот если все будет плохо, и демоны уже на Терру прорвутся, они вскроют гробницу, откроют эту замечательную шкатулку, прочитают и все сделают. И тогда человечество спасется. Угу. Вот. Может быть, императора воскресят, может, еще что-нибудь, не знаю. Да. Скажут, выключайте трон. Ну, или наоборот, не 1000 псайкеров в день, а 10 000 псайкеров в день подавай. Но, тем не менее, то есть тоже... Ну, прослеживается. Это, видишь, это опять же усыпальница и все прочее. Я имею в виду, что, знаешь, в его честь не назвали там сектор, планеты, там ничего. Просто, ну, как бы вот он был, да. И... Слушай, да, про примархов-то не все знают во вселенной Вархаммера 40 000. Там в основном живут дикие люди. Ну, большей частью, которые даже не знают, что Хорус-то был. Инквизиция же скрывает. И про Малкадора, я думаю, тоже скрывает. Я думаю, что если кто-то узнает имя Хоруса, то за ним тут же прилетят, если кто-то его упомянет открыто. Кто-то знает, видишь. Но там даже, видишь, я думаю, что такая тема, что... Не хотят, чтобы знали, что на самом деле часть времени Империум правил какой-нибудь старик сумасшедший, ну, только император правил. Ну да, это, видимо, тоже часть культа. Ну, тем не менее, тоже вот такая вот интересная личность, таинственная. Он в практически всех книгах по ереси Хоруса там-сям возникает, ну, прослеживается. Да. Ходит с посохом. Да, и во всех остальных периодически там дает ценные советы и указания. Вот, опять же, хотите немножко бэкграунда чисто про Сигелита, почитайте, послушайте вот аудиодраму «Сигелит», либо, опять же, аудиодрамы про рыцарей странствующих, про Натаниэля Гаро, там целый цикл. Да, в «Странствующих рыцарях» там вот как раз он их, он, первых, он лично с ними собеседовался, да, и лично им говорил, что они будут делать, зачем они нужны, и, в общем, чтобы их особо не крючило от того, что придется идти вразрез
с эдиктами и с теми законами, по которым они жили до этого. Давал им свое дозволение. Да. То есть печать его на наплечнике говорила о том, что это как опричники. Слово и дело. Все. Это значит... Вам можно все, ребята. Да. Только императора не предавайте. Они говорят, да не-не-не, мы уже не предадим. Уже не предадим. Вот. Опять же, цикл про странствующих рыцарей мы рекомендуем вам прослушать, прочитать, уж как будет удобно. Ну, потому что действительно интересный кусок бэка. Ну и «Мстительный дух», конечно, как квинтэссенция тайных операций Сигелита. Просто перед, да, перед прочтением «Мстительного духа» лучше бы, конечно, вот эти коротенькие все рассказики прослушать или прочитать, уже есть новелизация их. В общем, лишним не будет, они короткие, довольно интересные, емкие и дают понятие, откуда Локин живой, почему он вдруг ожил. Там, ну и прочее. Откуда вообще вся эта команда суицидников, которые собралась отправили? И отправилась на задание. Ну вот, а Сигелит, да, замечательный человек, которому империю многим обязан, в том числе и своим выживанием, конечно. А в остальном он много оставил наследие в виде инквизиции, в виде серых рыцарей и вообще администратума всего. Совет лордов Терры тоже его идея. Вот, поэтому такой дядька. Ну все, наверное. Да, если вы что-то знаете еще о Сигелите, что мы не сказали, пишите в комментах обязательно под этим видео. Заходите в наши бэка-стримы, там мы тоже всякое обсуждаем. И поддерживайте нас лайками, репостами и, в конце концов, донатами на стримах. Мы про другое что-нибудь вам расскажем. Вроде как-то так. Все, с вами были The Station, Тайлер Гекс. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока. Спасибо. Пока.